Летом 2021 года Владимир Политов признался, что снова женился. Избранницей артиста стала девушка по имени Ольга. Спустя 2 года пара стала родителями. Владимир Политов пришел на шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, где принял поздравления от ведущих с рождением сына. «В наш дом пришло счастье 6 апреля», — радостно поделился он. 52-летняя звезда раскрыл, как зовут его наследника. Назвали Артем. Имя я придумал, причем у меня была дилемма между Алексеем и Артемом. У дочери муж Артем, теперь в семье у нас 2 Артема, отметил солист группы «Нана». Все свободное время я посвящаю сыну. Он поведал, почему скрывал от публики беременность избранницы. С одной стороны, сглазить не хотелось, и мы довольно долго, 3 года, к этому шли. Как-то у нас не складывалось, анализы все сдавали, вроде все в порядке было, рассказал Владимир в студии программы. Певец во всем помогает супруге. Малыша вдвоем купаем с супругой, голову ему я мою только. Если нужно столбиком с ним походить после кормления, это тоже я. Жена пока боится. У меня просто опыт есть, отметил Политов. У Владимира есть старшая дочь Алена, которая уже познакомилась с младшим братом. Музыкант жалеет, что не мог уделять много времени дочери, когда она появилась на свет. Со старшей меньше проводил, тогда гастролей было больше, дома редко бывал. Да, к сожалению, вспоминает он. Сейчас более внимательно следишь за его изменениями, потому что есть с чем сравнивать. Когда была Алена, я уезжаю на месяц на гастроли, уже перед тобой другой ребенок.